что-то. А что ты хочешь там? Не, не я же. А, ты пикчер с реворками, но где-то кидал. А, ну там так и просит, поясни только, что такое говно. Я хотел бы сказать. Ну вообще панда огня говно, халай говно. Вот, вот панда огня халай. Вот это говно. Я напишу сам. Панда огня, халай, самурай. Нет. Самурая это? Йети. Владыка раскола гвард. Железный ворон Майя. Энд. Ну, не, ну энд, ну... Я старту, короче, ладно. Так я ему давал оунера. Если что. Я ж ему оунера давал. Посмотрим, что сейчас все забагует и ебал рожь. Нет, я проверил несколько раз. Так, главное сейчас не забанить Ричарда. Так, ну чё, кого банят? А, ну ты тут голем понерфлен. А я не помню, чё. Я не помню, кого мы... Так, ну Маркин, кто против нас? Забаним, и минёра, и палача. А, палача забань? А, вот Тоби уже забанил палача. Утю-путю какой. Сейчас Тоби забанит. Там. А, что там забанит? На Ричарде я иду играть. Ну Тоби, ну бери, наверное, Бэйна какого-нибудь. Да, кстати. А я возьму какой-нибудь говно. Я возьму корову, если я не забаню. Что, иди слабо на страже преисподней сыграть? Может Мунку возьмешь? Ну, может быть. Я тоже Мунку возьму. Ну, Мунка я не знаю. Мунка она будет решать, и мы не поймем, говно или не говно героя. Ну, ладно. Сука, кто пикнул? Корова не в бане. Мастер пикнул Ричарда, блядь. А свапаться можно? Ну можно, но. Ну не пиши хуйня, свап, иначе. Ну смысл. Мы не поймем, говно он или нет. Короче, я беру ему тембера в любом случае, да. Иди нахуй сгорел докатки, Джайна в бане. Чё нам кто нужен? Лавка. Ну я взял тембер, ждал дальнобойный герой. Ну я мага, наверное, возьму. Ой, там Савиору Темпера не забанили. Ну и что, так а у нас Темпер тоже я пикнул. Так ты не Савиор? Ну, блядь, и что? А кто? А, ну все. Чё у нас? Ладно, я съебусь наверх. Смотри, стой. Бля, ну какой же у него охутили вот этот набор звуков, конечно. Про нелюдей? Не, ну вот это мне просто нравится, типа, ну, мне просто нравится, не, ну и как бы бей не люди, да, здесь. А, Тоби, не, ну так это а что? То есть не быть расистом, быть даун. Все, ладно.
А что? Давайте осуждаю, нахуй. Надо отвечать. Осуждаю. Осуждаю осуждение. Расист. Томик, короче, смотри. Ты, короче, налетаешь на телек, когда ты будешь под врагом, я дам первый скилл и застанет, слышишь? А, блин. Ну а я в очке, ну да. Они. Блять! Они того застанило или нет, они Да, застанило. Файнор. Ух, нихуя себе 146 урона. Застанил, бей! Блядь. У меня КД 10 секунд. У меня мана нет. Блять, ну я бью с ручки просто. Блять, Тоби, надо было подойти, ты чисто из-под хила убежал. Ну я не видел, не понял. Чё? Что такое? Какой рамка? Или за картошкой попросили сходить. Блять, сука, картошка. Это же локальный мем. Это реально. Не, ну за хлебом вон тогда. Блять, как контент первого уровня? Ну, вампир. Выше его еб. Ааа, точно. Я сейчас забыл, что мы его еб, блядь. Ну так вот. Блядь, кстати, забей, блядь, как он мог второй скилл прокачать, а не первый, блядь? Смысл. Это же Тоби бездарно умер, что просто из хила вылетел. Ну как бы ладно, тут как бы понятно. Ну, блядь, чел, я не понял, что там. Ну, блядь, чел. Чел, да. Там как в область 2 секунды стоит, если мне нет этих. Там же, наверное, на героев надо. А ты, кстати, пофиксил займ? Его точно можно нажимать? Да я ничего не менял. Блядь. Ну, а там ничего не должно, я не проверял просто. Ну, я думаю, что ничего не должно. Ну, я боюсь нажимать, ну ладно. Не, ну я уверен, что там ничего не может. Просто я говорю, там именно отнимается получаемый тобой галлер, есть специальная переменная. Которая зависит при убийстве крипов, насколько я помню, точно, из каких-то еще действий, из нее вычитается. Ну, то есть, я все равно очкую, ну ладно, я нажму. Из нее вычитается сколько, то есть... В общем, больше голды, чем в займе, ты не потеряешь никаким образом, в любом случае. Там именно вычитается, говорю, перемен зависит вот это 50 голды, и потом из этих 50 голды вычитается, ну, из перемен, ну, короче, там не должно быть ничего. Да. Если там что багует, то, блядь. Блядь, сука, как же я хочу в Dying Light 2, блядь, сука. И бачу, он выходит ровно в лигу, это вообще такой трэш. Дядь, ну все равно, как раньше, я все равно не пойду в копе с тобой играть, сразу хочу по атмосфере пройти сюжет, а потом залететь уже на это. Ну или, по крайней мере, половину сюжета пройти. Потому что все равно будут хоррор-моменты, все такое, а если мы будем там ухахатываться нахуй и улюлюкать нахуй, то атмосфера уже не та. Ахаха, смотри, я не раньше, чем через 2 недели точно не сяду. Ну, скорее всего, раньше, чем через месяц. Ну, я понимаю, естественно, надо деньги зарабатывать. Ну, как раз я вот пройду, потом залетим в копчики там как раз. Может, вообще не будет нахуй копа взломанного сразу, блин. Потом Леха как раз скачает и пойдем еще раз пройдем там уже в копе. Ну просто, понимаешь, мне интересно, что там в копе будет. Неужели они оставят тот доисторический коп? Ну, в смысле, что в нем ничего не будет дополнительно, короче. А помнишь ты в первой части, помнишь, тебе были суперсложные испытания? Коп охуенный в том моменте, когда там ничего, блядь, не пиздят у тебя никакого геймплея. Не то, что тебе там добавляют что-то, у тебя то, что не спиздили и уже... Ну, понимаешь, допустим... Я имею в виду, что в плане... Ну что же, экспа дается, да? А, ну... Вообще дается. Вообще, ну нет, говорю, вроде дается. Экспа дается, что-то работает вроде. Ну, у меня вроде третий, пацаны. Я, кстати, специально Файнора не брал. А можно не сворачивать? Блядь, мне все лагает, я еще подвисаю, нахуй. Опять завис. Опять завис. Тебе надо меч купить, конечно, чтобы второй скилл, блядь, это так идет, а я, блядь, его прокачал и... Ой, чел, я, кстати, знаешь, что там не сделал проверку на дамиков, ты сделал? Так а дамики эти? Нет, конечно, сделал. Не, смотри, так я же переносил, я вообще разделил на 2 куска, дядь. Блядь, это лупоёб, ну, блядь, это лупоёб. Блядь, у меня хоккей не включено. Сука. Какой копейщик, нахуй, вы чё?
О, давай, я заставил, заставил, заставил. Высосали. Я вытащу, ну похуй. Сука, я отгребал. Вы чё? Стан будет? Не попал. О, подкинулся на мне. Акси, баб видел? Да, первый скилл, баф классный там. А, баф, мне послышалось баг, блять, я. Баф. Не, ну тут что я протестил 10 раз все спылы, я там ничего не баг. Какие мечики прикольные. Да, мечики там классные. Там именно такая звездочка пульсирующая вся. Мечики, знаешь, сколько эти мечики? Я, блядь, неделю делал, блядь. Не без рофла, топи, там пиздец. Ебать, а что такое? Убегай! Блять, ну я ему... На, зря я попал. А он не попал! Да я умер, правда. Ну зря влетел. А, ну вот, ну луги, я отладку не видел, брал, но это ладно. Просто меч не купил. А он купил, знаешь, вообще. Спасибо, конечно, качать смысла нет. Ну, как и ешь в алхимика, иногда есть смысл, иногда нет. Не, ну здесь, прям учитывая, что я атаку еще не покупал даже. Я просто привыкаю к тому, что меч не будет работать на все равно. Ну. Бля, давайте организуйте какой-нибудь. Ну не, ну Тоби надо просто дать его ветер. Ну, первый скилл у него, давай. Я хотел в тупу достичь. Вовил баба, я или опять баф не увидел. А, да, видел он. Такой звездочка такая пульсирует. Головой. Бейние люди, кстати, вампира ебаные. Ну, блядь, ну контент, блядь, же надо как-то, может, гангнуть вниз, лучше инди пойти надо. Ну, надо вообще. Там паладин! Вот здесь. У. Блядь, бля, бля, блядь. Не стой, сейчас застаню. Дал. Угарит. Рунные сапоги дам. Ну, а, блядь. Рунные сапоги дам. На топе, ну, все дал. Блядь, ну, а меня, я тупо есть не контролируешь. Я думал, что ты, но... Ты была бы рывок, что нажимать, я смог умереть, блядь. Ну чё, я на низ летаю, пойду? Бля. Попался. А, на второй, на рой на безликом, ёбаный урод. Ну я, сука, чисто чутка не успел спасти этого дурачка. Проблема в том, что на самом деле мне супер сложно застанет. Ну чё, ну и что, ну чё они стоят, ну? Ну я сейчас ультану туда, где у него рунными сапогами настану. А, у него ульта. Мне не помогли, я умер. Бать, дэмэдж. Ну я сейчас не, кстати, сам мне сказал, что даже слабовато, герой. Ну типа, ну так, то есть вообще ничего, ну, нету такого, чтобы дичь говорить. Надо кого-нибудь убить, хай левел. Вот здесь. Иду, иду фидонить. Голову здесь встречу. Блять! Сука. А ты умер, Инди. Да ёб твою мать, я же... Смотри. Сейчас рывок будет. Блять. Окей, я понял. Ой, хорош! Хорош. Контент пал неравный будет, типа. Ну ладно. До сих пор не пофиксили этот неравный будет. В смысле пофиксили? Что контент? Блядь, не попал. Все, забей, не беги ты за ним. А он отходи, ладно, суни. Блять, а я промазал, ну а я рывком, ну, не попал. Что-то найс ты сделал, там рывок. Что именно? Ну он ваншотает. Ну там урон как у сирены. Ну. У сирены дальность. Тут 650, тут же не 850. А, да. Там... Тут 650, да, ну да. Да не, просто, блядь, ну я опять не попал. Я им не попал опять. Я ни разу не упал еще рывком. Там просто под стан дают, они вам четвером надо на низ идти, блядь.
там точно один раз урон наносится? Да. 470? А, он, видимо, ультанул. Ну да, он... Да, он уже ультает, а у меня нет. У меня нихуя нет, ни... ну, Тоби, блядь, отвлекну. Давай, давай, в тако влетаю, давай. Бля, я опять от крипов, да вы, блядь, прикалываетесь? Что неадекватно? Ну, он. Он седьмой. Что неадекватно? Что именно, мне просто интересно. Что-то пиздец, я вообще как будто экспы не получил в этом файте. Ну, а когда мобы, когда мобы убивают экс падец? Да. Ну как будто экспы, да. Ну видишь, ну может быть, ну... Не знаю, за героев там... Не знаю, ну если я не менял никаких констант. Видишь, что там игру единственное, что может быть, когда реально если башню... Не, ну не, не хуйня, 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 kill action сюда вызывается. Значит, ты... Но он под ультой второй скилл убивает. Так, блин, ну нам надо что-то как-то это... Ну, Тоби, мы ж не убьем, у меня ульты нет. Слушай, блядь, у меня пассивки нет. Это была пассивка, замечательно. Я ей не качала. Хотя как она, только дает полсекунды дизарма, поэтому... То есть, давайте, нет. И не смотри, у тебя там рыцарь еще внизу. У меня до ульта, блядь. Это у меня осталось сейчас 5 раз. Ты ебать, что это? Ну я умер, блядь. Ну у меня ульты нет, я умер. Да. Пол ебальника. Убегай, убегай. 90% ебальника с одного скилла. Ну, Ирина, я вот единственное вижу, я говорю, да я с вторым скиллом, действительно, я не подумал насчет этого. Что у тебя улетящий урон. Но опять же, с другой стороны, я не могу не купить. Это вот чисто вот, ну, когда... Давай, 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 фанера, фанера, влетай, давай! Так, а, ну, типа, я же давнего, а ты почему не полетел? Чисто. Какой волк? Где волк? Заяц. Ну да, с экспоэкс, мне кажется, что все-таки что-то не то, блядь. Хотя, знаешь, почему, возможно, не то? Потому что он много раз убивает, а он сильный левел не апает на нас. Ну. А там все лоу-левельные. Молодец. Застань, застань, еще Тоби продлил. Блядь, ГГ. Меня не похилят, у меня только. Ой, блядь, меня подсосали. А у меня половина ульта. Ну... Не, ну не знаю, пока что я не чувствую, что это ну. Чел, ну вот урон. Ну там не урона в первом скиле. Ну, в рывке слишком много. Ну не знаю, я просто не нажимаю его под ультой, поэтому. Поэтому я не чувствую. Ну и что? И что он стоял? Значит, мастер АФК стоял. Он его стоял, да? Убивают скиллом на 30, значит, надо АФК стоять. Все логично. На, я не попал ни один скилл. У меня ничего нет, Тоби. Лол! Лол, тварь, я понял, да. Блять, я не успел, по секундах не хватило до КД ульты. А, кстати, вот еще не сделал, что-то так. С
смысле? У меня ульта урон не нанесла? Там ульта, наверное, была у него. А, ульта была. Да, там ульта была. Блять, он опять умер от крипов. Блять, ну тут пизда, Файнор нас убивает, блять, а у нас тембер, блять. У нас, блядь, чел викторину нахуй играет. Сидит, блядь, слова отгадывает. Трупный пол. Да ну это рофл, они там. Бля, ну нахуй он меня вытащил! Ну я б сейчас убил! Что ты достанешь? А, ну мне, а мне не дали, потому что блок урона. Ну, да. Что-то я вообще опыта не получил. Вообще? Ну не знаю, ну а сколько, я даже ловел не получил за него. Слушай, ну... Не, ну он девятый. Не, ну просто, что я вообще почему очень как-то мало, очень медленный терекс пойдет. Спа прям, да, чувствуется, что медленнее стало идти, но непонятно почему. Типа, я формулу вообще делал. Не, там дело не формула. Ну скорее всего, не, ну короче, не знаю. Просто, возможно, вот это уменьшение, как бы оно, то есть на дефолтную систему, видишь, возможно, оно намного меньше делает. То есть, почти, нет, смотри, я должен, если, смотри, он 9 уровень, я же его получил больше, должен был экспы, чем обычно. А я нихуя, я даже вообще старшего уровня не получил. Как такое может быть? Не знаю. Я бы все равно отладку опыта какую-нибудь сейчас... Блядь, ну что он? Пизда! А, ему повезло. Он упал, качнул пассивку на один. Не, ну экспа супер медленно идет, конечно. Именно. Мне кажется, за крипом, за крипов, за крипов тоже инди или как? Да нет. Нет, но если он на миде стоял, третий уровень получил, значит за крипов нормально. Ну просто стань первым стоп. Там в спину. Это вражеский? Да. Я тебя похилил, дал за резет. Да, а, это мне, да. Он же резет, ну да. А, нихуя себе. Мне тварь. Там да сука, дайте по нему. Ну, наш, нас совёр закрыл, сука. И всякая позиция говна. Да там еще и такость да, у всех убил, я не успел даже, ну. Блять, Индина, я далеко. Она забей на него. Блять, меня крипы подперли, пиздец. Но я сейчас на этом файт из этого не успею, блядь. Че, мы влетать будем в этого говно? А, Инди нет, похуй, хороший. Блять. Меньше не урона дал на всякий. Потерю, то мне сейчас стань подойдут по уменьшению урона. Для тебя умер, я умер. Ох нет, ой, хорош, блядь. Ну, короче, не знаю, мне кажется, вот не знаю, за вторым скиллом инди, не знаю, ну, типа, много, знаешь, там из-за меча. А, ко мне нельзя больше одну вещь, кто-то уже есть с этим. Есть еще что-то? Кто убьет, кто убьет вас? Блядь, ну... Ой, хорош, ой, не, нормально, хуй с ним. Я там умирал, на самом ну, деле. Блядь, еще одна тычка побольше. Ну, а, ты так... Вот, ну, там крипы, да. Такое чувство, будто за героев вообще экспонят. Не, надается, но мало.
Ну, я говорил, что ну вот да, когда темп. Мне кажется, 16% это не варкрафтовские проценты вообще. Нет, так. Это... Проблема в том, что меньше как-то. То есть, ну, то есть, смотри, она же нас равно усилию. То есть, смотри, может, ты, ну, взял, у нас сторона формула, ну, это XP, правильно была? Типа она дается все равно. Слушай, а может она. Ну так вот именно, что, что. Тут же вопрос в чем, что. Этот. То есть что не работает? Получается, что эти уменьшения XP, но а увеличение там и все низкоуровневые, ну. Ну, возможно, то, что никто один не сноуболится по XP и не разносит XP. То, ну, что никто не сноуболится по XP, это 100%. Ну да, да, вообще никого выше 11 уровня. Типа, там вчера было 10 фрагов подряд в серии у Армора. И типа он не засноуболился. Ну, я там попал. Кстати, я заставил Армора, влетайте! Ай, ну понятно, там никого не было, я убегаю. Нахуй, все, я убегаю. Если убегу. Хотя, что вообще происходит, не понимаю, а где вся команда? Там уменьшение урона. Нарую. Блядь, я не успел. Блядь! Хорош. Вот я левел пустил сейчас. Ну, короче, не знаю, сколько мы играем. 20-я минута, 10-й левел. Это, да, медленнее гораздо, чем обычно. Ну, вот такой же экспой. Ну, просто, короче, может, возможно, проще стоит константу, короче, сделать. Куда идем? Я не знаю, я фармлю, потому что я охуенно могу фармить. Ну а сражаться кто будет, я? Блять, что я очку на него. Блять, он там оружие пустоты. Блять, ну дайся, я такая. Я заставил. Я из контроля не вышел, блять, сука. Ну ладно, я к тебе притянул. На секунду раньше не мог ты хуйню снять. Ну если бы вытянул, да. Бля, ну это хуйня такие влёты, блядь. Этот стоит наверху и ладно, инди хуй. Ну может здесь я как бы. А, ну. Давай. Инди, ну что, ты его что-нибудь сделаешь? Что я как бы. Я могу нажать ульту, типа, но. Блять, нахуй я только глав стол. Ладно, похилился хотя бы. Там. Вот. Блядь! Что это? Ну. А ты щит не нажал, да. Я нажимал. Нажал, он со щитом тебя убил. Здесь должно быть там вообще почти 600 урона. Блокироваться, в смысле. Там, наверное, по времени он закончился, я сам начальник. Ну забей, так не влетай, надо под... без моего первого скилла драться смысла нет вообще. Тот герой, который в дуэли, да, его не победить. Ну так чё, Инди, чё будем увеличивать? Будем множить или изначальную увеличивать? Ну, как? А, ну... Блядь, ну... А, найс, чё... Подожди, а чем меня ударил? Крутилка при ударе ружьём бьёт не вокруг него, а вокруг цели? Нет. Ну, она вообще не триггерится на неё, если что. Блядь, ну ладно, хорошо. Воу. Все, так это первый скилл. Блять, нахуй я стал, дебил. А там еще второй был, какие там нихуя себе. И он, кстати, опыт получил самое жесткое на фонтане стоит. Наверное. Кстати, надо будет проверить на реплей. Напиши же в чат или запиши время, напиши, сверни, напиши время. Что, да он должен был получить опыт, ну, судя по системе, да. Ну, я так понимаю. Ну, на самом деле, не знаю, на самом деле, вот таким бесном, не знаю, мне про интереснее так играть, честно говоря.
Ну, вообще, да. Меньше снова. На самом деле, что левелы, когда у тебя так левелы, знаешь, скачет, ты сразу нахуй, так как бы ты не чувствуешь, знаешь, ну, типа. Да почувствовал нет, левелы, почувствовал. Сейчас ну, почувствовал. То, что до ульты очень долго добираются. Блять. Дал все равно с собой. Да я умер, кстати. Ой, блин. А, он сейчас прыгнет, все. Опа. Блять, ну нахуй я не знаю. Бля, ай, блять, выйди. Ну, жить забей, иди срочно 14 уровня, вот, блять, магия. Не, ну, краб жесткий. А. Ну, да, от Максман, это, если особенно тут такая игра идет, что, ну... Ну так я говорю, все равно, говорю, пошел, я не знаю, то ли маршалом, я говорю, то есть, ну второй скилл, типа, да, много урона в начале, прям, ну, то есть с мечом там, да, типа. Ну а так у тебя, а у меня убивать нет, ну как бы я не знаю. Я как-то, ну, как-то дамаг я куда наношу, типа, да, но я реально второй скилл стрелял полагаю. Блять, тут убью, а не. Че, не будем там улетать? Ну, тебе надо ульты попадать, если без этого я не хочу. 5 что? Ну это вот хуйня это. У меня мана кончилась. А где этот? А где? А как это можно? Я ультую. Ну баф ну, прикольный. Все, ты 14. Контент, правда, 9. Линарой 9. Ну он вообще АФК как будто стоит. Не, если я уже сейчас 2 уровня получу. Не знаю, честно сказать, не знаю. Я даже что-то не уверен, что хочу менять. Не, ну вообще, да, я не знаю, как это сейчас работает, но... Ну, вот... Да, как-то ульти игра... очень долго добираться. Ну вот, да, вот можно только. Ну, можно снизить требования по левелу на уровне. Блять, ну я дебил, да. Я залетаю в портал. Если смог. Да. Ой, хорош! Улетел в портал. А кто там ТП-шается, блядь? Мастер, что ли, ТП? Ну если забей, сейчас как по моему умер, я мог ульту нажать. Я стоял, как дебил, не нажимал ульти. Это как бы читая. Ну он-то про льда, кстати, купил, Ричард. Ну это ошибка. Ну вообще с ультой не факт. Ошибка вся. С ультой вот это заебись, но хуйня. Хотя с другой стороны 100 урона от спала это блять, хуйня. Мне не хватает маны, чтобы он шел так по кнопку. Звучит как плохая хуйня. Так, что там происходит? Блять, блять, блять. Дал тернес. Ебать. Такое чувство, будто он с твоей ульты зарядил ульту. Все там прям такой ужас. Так, на ульта, ну не знаю, вот там, наверное. Да, он та-та-та-та-та-та. У меня блинкаки отправил, он уже улетел, да? Он к алтарю у стража леса ушел и улетел. Ну видишь, обман скилл. Тут главное, что второй скилл у Ричарда по грибам бьет, потом фармить нельзя. От атаки, поэтому. А у этой мозги. Ну говорю, вот эти вот, эта хуйня там, вот на, я говорю, пока меч не сбалансирован, там от атаки хуйня. Потому что типа делать мало там, ну, скилл без. Ну, устанет. Бля, как ты не застанет вообще? Ну, сука, я из контроля не вышел. Забей из контроля. Ну, я тоже не вышел. Все не позже меня там только столько времени контролило, но... Иди убегай, это не фиг. А, это потом. Спорты, красиво. Ну, ай, ну... А, ну он продал, кстати, он себе продал, хуйню. Ну, а, ну все, он 3500 хп. Пизда. Теперь мы его не убьем. Ты мы сейчас пятером умерли. Ну, я просто говорю, я не успел ту пульту нажать. Брал ты. А я 2300. И чё 2300? ХП. Так а чё, мы её атаковать не будем? Давайте рыцари, ну рыцари, рыцари зафокусите, блядь, ГГ. Ну я умер, но я не... А вы его не убили. Ну ладно, ты убили его. А все остальные сдохли, типа, ну наша помойка без слабого щита. А все умерли, но я... Одного рыцари, рыцари зафокусили. Ну на Роя не было, ну нас забил, у нас керри, у них два керри, у них этот еще и там на сзади у нас. И это без пресса.
там пизда. Ну не, у нас как бы тоже. Чё, а? Я не увидел метку. Так много текста на экране было, что я не видел своего персонажа, я метку не видел. Такая метка же показывает только союзников. А, да? А, ну это объясняет. Это я не играл против лазучика, думал. Всё. Нет. Да ладно, мы еще не прыг... Ну просто, блядь, у нас... Не знаю, вот что... Что делать. Не знаю, просто как бы атака у меня вроде и есть, но... Понимаешь, мы Файнора не убьем. Он как бы... Я сейчас фокусил, я вылетел в это, вообще никто никуда не вылетал. Ну, просто нас по этот сразу сдох. Ну, наверное, слабого щита опять нету. А, понятно. У нас Тембер без слабого щита опять. Ну, понимаешь, Тембер без слабого щита против Тембера. Тембер против Тембера. Кстати, первый скилл вообще не просвечивает этот кикник. А вы это? Берлогу видите, как повыше стиль? Вообще, еще прошлой версии. Я на юге все время играл. Бля, пизда, пассивка, кстати, он по полностью, по-моему, на еде. В плане урона она вообще ничего не наносит, абсолютно. Там же еще физический урон, типа. Да, дал бы, дал ему спида блокировать урон, уходи. Просто реально она слишком, кстати, слабая. Вот за это тут, ну, так вот, короче, хуйня. Че, коп ушел? Блядь. Ну давай, давай, надо рыцаря убивать, блядь. Да, че уже, а? Блядь, вообще ничего не нанесло это говно. Пизда. Как же он долго стоит? Били так. Ну надо пушить, блядь. Два в один разменка. О, а у меня нет рывка. Ты видел сколько пассивка? 200 урона. Ну танч, да. Ну я танч. А это убежала помойка. Что они делают? Уже не били? Попробуем крипа похилиться. Он, блядь, подблочил. А крипы хилятся? Да. Ну я ж похилил его до этого. Я сейчас на съем. У меня маны нет уже. Ну забей, мы, кстати, выиграли, потому что у них канта. Не, еще не факт, что выиграли. Ну, я предлагаю. Ой, я застанил, бьюэй. Блять, ну! Я умер. Ай, пизду, дебил. Армора отхилился на пол хп, да? Ну нахуй. А, я не успел. Нормально. Там два голых барана. Ну, 4. Ну, я денег вообще не заработал, на самом деле. Я 1500 заработал с того говна. Мы там стояли, 1500. Это немало. Тоби, тебе бы... А, ну, блядь, колокола. Как там доспехи? А, не Тоби, он... А, вот, молодец, да. Ну, вообще, блин, а, ну, тебя... А, я проклятую урну купил еще на всякий случай. Ну не на всякий случай, она нужна. Блять! Тоби, ну, блять, ну. Ну. Я заставил, надо убивать, не надо бить до конца его. На мне нечем, все, я потом расскажу. Меня спасли. Я ТП на базу делаю. А, там доспехи света. Ну мы задефались, меня спас Нарой. И, кстати, за мной через всю карту снаряды полетели, я чуть не умер. Ну, типа, мы вообще ор очень ровно по XP там сейчас. Ну, нет, ну, так все, система работает. Их контент у нас Нарой проседает немножко, потому что они тимфайтятся. Ну, и система работает. Как бы, кажется, что на самом деле, ну... Ну, то, что до 6 уровня долго добираться, вот это... А там множитель же, помнишь, до героев до 5 уровня есть, которые ниже? Да-да-да, мне кажется, надо просто сделать, чтобы... Блядь, сука, только не умри там, дядь. Я умру. Блядь, ну надо было... Да. Ну, дуэлиться я против Горитуса невозможно. Давай, ну блядь, сука, один удар! Уменьшение урона, уменьшение урона! Портал, чил. Да, блядь, стан! Стан от ульты лучника, блядь.
хуйню сделал. Пошел один, сори. Ну, забей, ну ладно. Ну мы не отдаем бараки, пока потом похуй, Индия отпушит. На второй хуй, ну, как бы он пушит, как бы на самом деле. Ну, кстати, вообще, он на зачем то спас эти драку, что меня не убили. Ну, ну. Давай, подожди, ну не иди, даже да, нет да, смысла. Да, сейчас все, подожди. Тебя надо поесть, нам нужно как-то засетапить, чтобы этот. Не за нет, кстати, тебя пролетает, не уверен, что ты. Тебя про смерть уже прикинь. Лучше жир. Жир? Ну, а если хуйню ну, КП? Топор смерти и все остальное уже. Ну, кстати, да, потому что, а что даже не надо... А, кстати, надо затыкать, а что и кинжал браконьера продать. Кинжал браконьера можно оставить по силкаре. А про льда, кстати, реально продай, вот что ты похунял, что топор смерти. Вот, да, во, вот это вот тоже. Ну. А кинжал браконьера тоже продал, ну, это... Штаб строя от этого нихуя, Файнора затыкать смысла мало. Так, стоп, ну кто, где, это же это... Сейчас я в него первый скилл дал, я умер. Я зайду. Нет, я не могу выйти с контроля. Я минус броню ему дал разваливать, и он супер выкаленный. Это вражеский темпер. Давай. Ну не знаю, пока что я чувствую, что герой заебись получится. Ну прям то есть. Ну, проблема только в уроне в руке. Ну, в начале. Там. Именно я считаю, что. Блядь, а, книжки у нас нет, да? Ну, там, как я говорю, ну там, не, ну Инди, понимаешь, я уже говорил, там проблема еще вот то, что, понимаешь, меч вначале, если не будет меча, знаешь, на сколько будет меньше урона? На 100. Ну, а это много! Ну, да. Я уже про это говорил, что дизимная проблема в этой хуйне. Я поботу на топ потрошу. Давай. Ну, главное, брак, кушаем. Подожди, а снижение урона и мановов работает, да? Спрятал кого-то. Я не усп... А, ой, хорош, сейчас минус броню ему, давай! Деремся, сейчас минус броню. Дал. Блять, не попал в транскиллов. А ну я умер, все, сейчас умер. И сейчас здесь что, блядь, ты сейчас жестко не раздашь ему? Да. Я не доживу до сюда. Там этот, Файнор. Ну обычно я не успел, блять. Ну, а уже убили хотя бы этого? Их кем-то убили армора? Ну, мы, на самом деле мы реально выиграли, что контент прям плохо играет. Прям плохо контент играет. Блять. Он под тобой где-то... На бот. Ну а уже. А так уже Ливан. Ну на самом деле, смотри, Инди, 35 минута, 18 уровня. Ну в начале просто что-то, а вот немного медленно. Не, 35 минут на 18 уровень вообще-то, по-моему, маловато, не? А что? Нет, так а нет, слушай, а как ты хочешь 25 левел, это ты бил 25 левел все время. Ну да. А что, 18 уровень нормально? А что, вообще скиллы вкачаны уже? Ну, смотри, если, ну, все. Ну да, если. Ну, в принципе, ну, вообще мне реально нравится так, то что игра намного более. Но насыщенная. Ну так нет, именно что нет этой хуйни, когда там да. Не, ну говорю, заебись. Сноубола прям очень поубавилось. Но то, что медленнее игра стала, тоже не знаю. А чё они? Так. Ну не знаю, может и FF, ну чё так чё? Да, ну чё, мы Next без стака будем играть? Или они просто сами скорее стак? Ну я не знаю. У меня, кстати, пассивка забаговалась, и все. Да? У меня мечи где-то остались, короче, в очки, они не повели никуда это за мной. Я их не вижу, короче. Они есть, но я их не вижу. Знаешь, почему Тоби такой урон? Потому что я дал минус 50% брони и дал крик ему еще. Ну, в смысле. Короче, да, мне реально инди мечи пропали, короче. Я но они там еще не скрывали, но они не пропали, они вокруг меня. О, все, появились, смотри. Короче, а, опять пропали. Короче, когда меня враг не видит, они теперь пропадают. А-а-а. Ну там, чё... Да, ну там надо попрать, видимо. Тоби, давай, дал сейв. Ой, ух, ой, сука. Ой. Ой, сука, дать ульту нажать, блядь! Ух, там ебать, там ауе, сейчас все умрёте там, нахуй. Под порталом было убегать, сейчас умрёте, Инди. Как ты убил? А, он Скилл. А, я, да, я думаю, бля, я думал, Данти хилом убил. Найс мотали. Да, я видел, да. Найс мотали, кстати. Че там так и не орешь, что имба? Вроде ничего не писал. Ну, он вообще просто вышел. Я знаю, но... Ну, я говорю, не знаю, вторым скиллом, говорю, Инди, понимаешь, как бы, нет, ну, ты как правильно, там, вначале вот урон, ну, типа, есть какой-то такой, типа, да, фактор, типа. Знаешь, что можно сделать? Mm. Чтобы пассивка давала множитель. Лол. Новый муф от этого.
Не, ну вот это было сильно. Это прям очень сильно. А за нас стоял дрочил. Не, ну, кстати, на самом деле, тра... Не, ну, с 10 из 10 мува я проиграл, конечно. Не, ну, правда же мув, охуенный мув. Забыл, забавно, честно, заблочил паладина этого. Это не заблочил, а это. Блин, на неё... А кто не писал FF, я их не понял. Никто не писал. Так они чё не все ливнули тогда? Че, может, энд напишешь? Там один сервер. Зачем? Ну сейчас пушим и что ты, красавчик, ты что-то. Все. Расстроил. Чтобы FF писать, а не это. Ох! Смотри, какой скриншот. Я дал рывок, успел. Бля, мне сейчас чел тут будет звонить, кстати, наверное, хоть сейчас 20 минут мне надо это. Ну я с ним там минут 10 поговорю и это. Ну, если там чем, уже они все вышли уже. Ну, все так, а больше всего фрагов, кстати говоря. А, блядь, я вышел. Сделай скриншот, пожалуйста, мобов и героев. Окей, сейчас. Привет. Здорово. Ну, с этим, за Гарри-то сам понятно, что там рывок ебанутый, как минимум. А чё по XP думаете? Там где нормально. По XP... Что-то бегать это на восьмом уровне, убивать всех челов, это странно как-то. В смысле? Типа ты опыт вообще не получаешь. А, ну вот опыта меньше, да, но... Типа ты и так не особо много опыта с лоу-левелов получаешь. Короче, смотри, как это работает. А враги дерутся по всей карте, ты качаешься в соло. Допустим, у тебя есть стрик из скиллов, за тебя дадут очень много золота, но даже если ты стоишь в соло терпишь, ты не получишь уровня. У тебя слотов не будет, потому почи, что... Почему в соло терпишь, не получишь у меня, почему? Ну, потому что у тебя же не будет уровень больше, чем у героев вражеской команды. Если они убивают? Да, твои союзники не убивают, враги тебя убивают. А ты уровня не получаешь. В чем камбэк? Система. Как это работает? Они, меньше, они получают меньше опыта за твое убийство. Алло, очнись, я расскажу. Ну, вообще, да. Ну, а нет, проблема сейчас в том, что я все равно говорю, мало экспы. Ты стоишь, терпишь на линии, ты не умираешь. Ну, то, что а не будет. У нас контент просто. Ну, с контентом, типа, я говорил, что надо этого вверх кинуть, но я, видимо, был поздно. А, Миха, я не туда зашел. Проблема сейчас все равно как-то что-то не так с экспой. Не знаю, что вы вызвали. У меня нормально все было. Нет, я просто то, что ее все равно меньше. Ее должно быть вроде бы больше. Единственное предположение то, что возможно из-за того, что никто не сноуболится и не умирает случайно, нет, он не разносит экспо другим. Блин, у меня был стрик из 8 киллов, я был 8 уровень, 13 минут. Ну вот, да, да. Это странно. Возможно. Но... Возможно уже больше множитель сделать из-за убийства. Чтобы когда тебя убивали, потому что у меня такое было ощущение, будто за киллы вообще экспу не давали. Тоже. Что происходит? Где икона? Кстати, так, а спасибо, что пикнул Фендора. Я наконец-таки увидел, что мне не казалось. Как я говорил Михе, что у него действительно много слишком урона в кушке. Ну, типа, атак спид дается. Большой. Да, я говорил, да. Не, я согласен, но опять же, я не мог убедить Миху, потому что сам не был прям на 100%. Это то же самое, что я сейчас смотрю, типа вот с новым персонажем. У обычных героев какая-нибудь кушка, это просто урон, понимаешь, один эффект. Ну, а тут, извини меня, урон, стан, уже хороший. Понимаешь, это уже неплохая билка, если она дает стан и наносит да. урон. А тут она дает атак спид, классная билка, дофига лайфстила. Почему? А, у Файнора ты имеешь в виду? Да. То есть, просто, понимаешь, просто кушка, которая подавала ему атак спид и лайфстил, уже был бы неплохим скиллом, ты понимаешь? То есть, это два спыла в одном, аналогично с паладином, с кушкой. То есть, она наносит урон и станет. Типа,
И она еще его хилит заодно. Ты с такой этим... сидишь, смотришь. Типа, с этим я очень согласен. Я даже сам когда играл, еще до того, как против него поиграл, я сам видел то, что я просто выхожу и автоатакой убиваю под этим скиллом. То есть, ребят, вам именно эффекты от спиллов, смотрите, у вас все подряд накидано в один там скилл, и типа... Ну, да-да-да-да-да. Ну, это другое. Скажи, что ты думаешь насчет твари? Если, ну, насчет урона в твари. Она же, по сути, двукратный крит просто. Ну, в смысле, да. Тут понимаешь, что прикол в том, что она что там по мане, она напомни, где монокост у нее. У твари? Да. Ноль. Она же включается, выключается на ней кастуется. Именно. То есть, типа, как сделать это, как это. А, как у эффекта дотки там у дестроера. А, ну не-не-не-не, так сделать, во-первых. А, типа, это, ну, не, ну смотри, типа, допустим. Монокост его из КД уходила. Монокост его можно поднять, допустим. Грубо говоря. Ну, вопрос меня интересует урон у твари. Я никак не могу понять, много это или мало. Урон? Ну, смотри, её же подрезали вроде, раньше больше было, нет? Раньше, по-моему, больше было, нет? Не, у твари нет, по-моему, так как и было. Там же два с чем-то, по-моему, два с писюном каким-то, с копейкой. Это просто тут, извините, тут просто не 210%, да? 210, да. Ну, смотри, сейчас, конечно, были неадекватные герои против меня, потому что, извините меня, это брату. Со своим щитом что-то щит слишком много было. Не, ну это я понятно. Я не говорю ситуации о том, что я-то просто видел, что все-таки герой сильно много урона, и типа у него нет, есть и ульта. Да, и... Да. Я предлагал срезать хотя бы там до 180, что ли. Окей. Вот, я тут думаю, вопрос, что-то у меня с ультой, с дальности атаки ульти, а чего у него? Чего? А, 400, по-моему. Ну, вроде не так. Ну я говорю, это мало получается. Ну мало, да, там в этом там суть, то что там немного, чтобы под него слишком... можно было выбежать. А, ну ладно, просто у меня слишком часто ситуации, типа, что вообще просто такой стоишь на драку, смотришь. А, не, ну я за Файнора когда играл, я блинковался в толпу и ультовал, да. Ну, тут вы обычно в меня врывались, что-то какая-то хрень приходила. А, и щупальца, которое то, что на тварь бьет. А, щупальца твари-то, да, кстати, вот я забыл записать. Это смешно было, пиздец, мы это когда увидели. А я-то как смеюсь. Я, значит, контент этот бесполезный. Паладин меня не спасает, и щупальца меня подбрасывает. Там вообще был какой-то нелепый момент, что, короче, у меня под конец анимации, у меня, по-моему, парь улетела, герой остался на месте, но встанет. Я вообще такой, я не помню, это типа у нас на нижней линии, как у нас убивали. Файнора все-таки пересмотрим, потому что герой классный, я не хочу, чтобы просто он был в первом бане, потому что... Сильно его резать, не надо, он так адекватный. Вот, да. Он плюс-минус адекватный, его типа чуть-чуть типа подпилить, допилить, он вполне рабочий. Ну, допустим, той же твари сделай 180%, потому что это не физический, а магический урон, хотя да, уже логично, да. И в кружке я тоже обращал внимание, что там атак спида очень дохуя 125 прям. Сделайте по 15% залогу, 15, 35, 60, посмотрите, что мы... Ну... Посмотрим. А насчет Гарритаса? Насчет Гарритаса там понятно, там просто рывок ебанутый, как минимум просто урон. Но опять же, это с мечом рыцаря, мы хотим сделать следующую версию, чтобы меч рыцаря не эскалировался в скиллы от атаки, то есть как топор смерти, грубо говоря. Но это просто долго делать, поэтому... Ну, опять же, с первой игры сложно что-то понять, но по ощущениям... Можно, слушай, а можно сделать, что это типа не повышает? Не повышает урон от атаки, а именно как срабатывает опилка на нем, которая наносит столько-то весь урона, как у кристалла. Ну, а тогда криты не будут работать. И, в общем, нет, в любом случае... Ну, рыцарь конечно, точно так можно сделать. Я говорил Михе, типа, если это долго делать, го просто сделаем до дамаживания, ну, вот как ты сказал, потому что это логично, да. Это просто. Но он сказал то, что в любом случае заебись перенести и ближние атаки тоже на триггерную, чтобы это была нестандартная атака, чтобы это чисто все триггерно было. По ряду причин, ну просто что-то система. Да, вот. И поэтому это просто затянулось. Но у Гарритаса просто там урон как у сирены, рывки он сделал. Я сказал, типа, го попробуем так, но вот... Им попасть гораздо проще, чем у сирены. Ну, да, кстати. Его, по-моему, дальность, кстати, больше, мне кажется. Дальность? Нет, по-моему, там по-моему, 650, а у сирены 850. Да, по скорость полета выше или что-то такое. Ну с Гарритасом мы, типа, разберемся, вот это насчет Файнора, я не знаю. Ну, хотя, если есть какие-то идеи насчет Гарритаса... У него вышка, у Файнора вышку надо менять абсолютно полностью. А, цена помойка, да, я согласен. Она, типа... Я ее не качаю просто.
до 9. Какой-то 9 до 10. Вот 10, да, вот первый раз. Возможно, знаешь что? Возможно, допустим, атак спит или аджор нужно перенести во второй скилл. Вот. Да. Просто. Да, типа кушка там, допустим, и так спит аджор, а вэшка как раз урон плюс стан. Только подольше стан там придет. Нет, ну там вэшка и так урон и стан, ну там стан, по-моему. Ну, короче, забей. Слушай, как часто люди попадают под стан? Я тут ни разу не видел за эту игру, например. Я кидал постоянно эту вэшку. Ну, она у него фишка в чем? Ты даешь вэшку с тварью и сразу активируешь лужу, которая под тварью спавнится. Ты, кстати, нажимал хоть раз? Как она работает нормально? Повторная активация твари. После того, как ульту прокачаешь. Там что надо сделать? Ну, когда стоит тварь, еще раз нажать Ешку. И там появляется, как в ульте, область замедления, и тварь мультишот дается. А, ну я нажимал. Это я... Все, хорошо, это я делал. Смотри, там еще... Что-то еще был какой-то у меня вопрос. А, не, ну с этим я говорил, что... Ну, что сделайте? Лучше вышки сделать, чтобы она урон наносила постоянно, пока кто-то находится, и замедляла просто в области, все. Ну, возможно. Ну, мы подумаем еще, потому что, опять же, герой гигаклассный, мне нравится, но то, что... Ну, игры. То есть вышку сделать именно как какая сопротивляющая фигня на контроль, то есть, типа, замедление в области плюс урон, там, типа, ну, типа, горение в этой области. Как ну, раньше у него была. Да, я помню. Должен поставить кастовать, и это был полный бред. Ну, у него раньше ты как дал этот второй скилл, потом этот, и стоишь, смотришь, как телек горит. Ну да, да. Ну вот, короче, тут надо что-то менять у него в этом плане. А что с щитом Бэйна, я вот тоже вопрос. С щитом Бэйна? Ну, у него фишка то, что его можно снять только вблизи. Я думаю, в этом проблема была. Слушай, давай добавим то, что он может отскочить, и он неуязвимый. Но это что-то странное. В смысле немножко. Отскочить неуязвимый? Ну, у него эти брыжки его. Угу. То есть он отскакивает, жмет щит, и все, и типа, чё, классно. Но это... Нет, ну, Бэйна, оно... я же говорю, за Бэйна еще есть над чем подумать. Тут, наверное, то есть, чуть-чуть. Одно дело, если бы он просто там, допустим, получил фиксированный там урон, плюс сколько-то там от его атаки, не знаю. Возможно, мы уберем, ну, возможно, это одна из опций, убрать эту хуйню, чтобы у него нельзя было прыгать за дальности, потому что он все равно большой. И... Можно сказать, что он не мог прыгать, допустим, не знаю, там, прожимать щит, нет. А, да нет, это, я думаю, там не будет. У него просто много урона, он мобильности, еще этот щит сверху. Он еще и живет, да? Он и так, типа, урон мобильности, а тут еще и жирный получается. Еще и контроля у него достаточно, но... А еще и вместе с этим Каритасом, ну, в смысле, ты понял. Вот вместе с Каритасом, типа, они на пару, у них дофига контроля, дофига выживаемости, они просто вдвоем, ты типа, ты не знаешь, куда от них сбежать. Ну, а я просто ходил по сетлейнам, ел паки мобов, ультовал иногда, попадал, да, там краб. Я так вспомнил, как выходишь на лайн в драку, ловишь тучку, а потом краб тебе дает первого, и ты такой, а как что-то делать? Больше оценил, когда он умудрился задамить этот второй стан его под выход из ульты Бэйна, вот это кайфанул, конечно. В общем, вот. Ну, краб, кстати, намного сильнее стал, я охуел. Только я вот не уверен до сих пор у него, насколько адекватно один к одному делать мана и урон соотношение, мне кажется. Ну, вот я играл, это жестко, но... Надо в пользу урона больше, то есть, вот, ну, то есть соотношение меньше сделать, то есть... Не, мне показалось, что в принципе по балансу, потому что там очень много урона. Слушай, ну смотри, во-первых, вопрос, кстати, к крабу. Делайте третьему пассивку более градиентной, ну типа, а, то есть нет, ее на один взял, фишка, смысл ее дальше качать, скажи, пожалуйста. Фишка в том, что смотри, как-то ее переделывать, это либо ослаблять вначале, либо делать сильнее, а сильнее... Я сказал, что не стоит делать с тем, как у него сейчас скиллы работают. И ослаблять вначале не хочется. И это один из таких скиллов, которые ты по-любому максишь первый и второй, а третий ради, ну, скажем, 45 урона на фулл раскаст, хуй с ним пусть будет. Ну, просто... Ну, просто понимаешь, это немножко странно смотрится, то есть... Особенно, что есть какой-то крипи, который ради каждого отдельного скилла должен ее прокачивать, эту свою третью. А есть краб, который взял ее на единичку, и она у него, считай, максимальный эффект дает, который она ему даст. Крипи не слабый. Я и не спорю. Есть темная лучница, у которой тоже скиллы нет смысла качать особо. Да, ну вот на мой взгляд, это немножко непроработано. То есть ты должен сам думать, что ты хочешь качать, а тут, типа, ты не думаешь. Я бы не сказал то, что иметь опцию качать это всегда
хорошо. Потому что иногда... Ну, типа, опять же, усилять эту пассивку не хочется. А делать, чтобы там один, каждый из скиллов, типа, чтобы там сначала на первом уровне всегда кушка, потом вэшка, потом ульта, потом давала 60 АП. Ну, тогда придется максить пассивку, это сделать героя слабее, потому что он не будет максить кушку или вэшку. Ну блин, опять я же, понимаю, просто... не всегда можно предоставить выбор. Потом ты смотришь на Гаррита и такой, да усиляем пассивку, все в порядке, пацаны. Ну-ка, о чем речь, пацаны? Плюс 20% атак с маны, пусть бьет каждым спеллом, вообще плевать. Все равно у него просто мана сгорит раньше. Вот, в общем, тоже немножко странно. В общем, мне кажется, ее, типа, сделал, чтобы при максимальной прокачке она стала чуть сильнее, но вначале она была слабее. То есть там 2, 4, 6, 8, я не знаю, 1, 3, 5, 7 сделайте процент. У кого? А, про краба на пассивку. А смысл 1% от маны, когда у тебя лоу-левел? Ты же понимаешь, что в этом и бред скилла, то что если ты делаешь не 5... Ну, 1 плюс 15, не знаю. Ну, 1 плюс, ну в этом-то и робот, потому что... Бля... Ровно в том, что нет смысла делать повышающиеся скиллы. Вообще все билки, которые работают как скиллы, ну, очевидно, что они вначале вообще ничего не дают. Нет. Это нормально. Смысл, что мы стараемся делать, что дают. А, со старта. Чтобы не было. Ну да. Это базовый урон, минимальный урон. Чтобы не было такого, что ты, бля, вот скилл, блядь, все, сиди со скрещенным ебалом скиллись, да. Я пушу, я стакую силу, здрасте. Да, да, да. 50 стаков я наконец-то могу танчить. Ну ладно, я не знаю. Надо что-то... Не, ну с этим, я же говорю, с этим сильно голову не ломаем, и что-нибудь придумаем, мне только Миху убедить, и все. Ну, это с файнером именно, что типа ослабить первую и переделать просто полностью вторую. Ну, скорее всего, да. Ну и третью тоже 180 сделать. Ну, третью, да. Я согласен, все-таки там... Потому что все-таки магический урон и СРНЖ довольно сильно. Но опять же, с другой стороны... Ну, в общем, ладно, я пойду, пока не началось, куда-нибудь отойду. Давай. Если что, пишите еще в ЛС, что будет, что вам не нравится, что нравится. Будем как контент играет, не нравится, вот что. Проиграл, не понравилось. Слушай, ну, у нас ребята не доигрывали. У нас, особенно в момент, когда мы вас убили, у нас ребята в лесу остались фармить. Я такой в миде бегаю, как дебил, такой, думаю, ну ладно, пойду тоже в лес. Ну, с составами, да. Там, ну, контент плюс вампира взял, он... Это ну, герой, не то чтобы он был сложный, но на нем нужно что-то прочувствовать. Ну, не знаю, я ведь сам на нем не играл, я не рискую. Короче, покупаешь себе сапоги ветра, камень душ и на Тане стоишь, заряжаешь его. А даешь мишень и заряжаешь, да? Туда-сюда, да. Слушай, гениально. А потом тебе крипы ебало в лесу разбивают. Класс. Ну, забей, Анлаки, надо было до нас вот. Ну и опять же, играем на ПП, возьму говно, на котором играть не умею. Ладно, все, пошел, вот я сейчас обоссусь. Я обоссусь, сори, мне надо. Давай.
Вот. Ну, колдун, у него... Не знаю, мне кажется, у него не то, что... Ему, скорее всего, длительность того скилла надо еще держать. Там просто он слишком много хп отжирает. Типа, любой вот. Персонаж с хп, он к колдуну даже подходить просто нельзя в драке. Типа, вообще нельзя. Он же еще увеличивает, по-моему, входящий урон, да, эта хрень? Да, да, амплифай там 20 урона в цепи есть. Она амплифает свое же высасывание хп? Ну, конечно. Не, ну высасывание. Не высасывание, а урон. А урон хилит. Кинули ульту на хатаба под джихадом. То есть это фигня. Высасывает урон от макс хп соперника. Сама себя усиляет на 20% и хилит себя еще при этом. Не себя, всех. Весь все урон. А, то есть каждый, кто ее бьет, хилится? Нет, он увеличен урон на 20% всех, кто бьет. А, это да, я в курсе. То, что он у всех, кто бьет, его увеличивает. Я к тому, что он еще и сам себя тоже увеличивает. Да, да. Вы это учитывали в расчетах по урону, конечно, когда делали скилл? Да. Мы еще нерфили, я тебе скажу. Там изначально... Твою мать, вы это еще занерфили. Ну просто... В одних ситуациях он, понятно, не может делать. Ну, просто смотри, позиция Михи, просто он не хочет делать говногероев. И поэтому все-таки получается сначала сильный, а потом мы их нерфим. Ну, типа, Миха просто такой, блядь, вот надо, чтобы герой что-то ебал. Ну, вот и получается такие... А потом мы играем, понимаем, что да. С отшельником, с хилом было, с Вейнором сейчас... Я вот смотрел, и получается, все упирается в инициацию. Просто кто может нормально синициировать тебе выкрыли драку, потому что челы просто из станов не выходят. Ну, вот все. Армора ж тебе там овня дали и кипера, по-моему. Блять, а может как-то... Ну, кик-качера? Ну, а дальше чё, мне кажется, как-то... Убрана Марвел. Так они с Винсентом хотят вместе играть. Кто? Огр и Винсент? Блять, ну а как это было балансить? Ярик пригорел. Да, ну ладно, короче. Ладно, пока мыслей интересных нет, дальше надо. После игры заходи, если чё. Да, окей, да. Алло, на руине вниз не хотят, потому что Огр с Винсентом, но я, блядь, не знаю. А. Я реально, я возьму какую-нибудь помойку и... И пососём, ну давай. Ну, короче, игру надо реально сделать, чтобы скилл второго скилла давался, короче, от третьего. Тогда... Да, ну не знаю, мне, блядь, ну, блядь, что, Доби иди, а, блядь, или ты не хочешь за это говно играть? За кого? Ну, за Критуса? За Марк. Поиграю. Я не хочу за Эмбу играть. Так, ну давай, я мага льда инженеров забанил, баньте этого... Как его? Палача забанили, да? Бань просто... Винсу всех перебанил. Чисто, нет, инди, бань магистра, бань магистра. Я забанил. А, магистра уже забанили? Блядь, бедно так, она маги льда хочет проиграть. Ну, пусть хочет. Так, ну... Чё, много времени? Давай бы у Калеба какой-нибудь забанить, не знаю, кого-то. Файнора можно забанить. Забань Файнора. Не хочу, ну, нахуй, да. Нужно, да, забанить Файнора. Ну и Тоби, бери этого, ну, бери сам сыграй. Всё, да, давайте. Посмотрим. А я на Баратруме пойду, я хочу на Баратруме поиграть. Блядь, опять Баратрум гадит? Ну а что? Хорошая связка, между прочим. Блять, ну кого мне некроманта взять, что ли? Возьми! Вилли, 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 бери, Вилли, погнали! Не, да он тут вообще разъёб будет.
Какой разъеб? Так бери на норм, вот посмотрим. Бери да, да, да. Вот пострелять. Ты какой разъеб, это милишник, ловкач, какой разъеб? Бери, погнали. У тебя нет АУЕ, у тебя два скилла, одну цель. Какой, какой разъеб? Смотри наш пик. Я хочу гоблина террориста. Старого? Мунку бери, не дай, быстрее, надо оранжевика ну, брать, мага и милишника. Или, ну, бери ты Вилли, проверим. Оранжевика, мага и милишника. Бери ты быстрее, ну Вилли, без пика, нахуй, погнали, похуй. Мы проебем, если пик не жили, мы проебем. Пикай, быстрее, ну. Я на 5 секунд, ну что ты делаешь? Ой, блядь, хуйню. Да, там тоже не хромат. А ты что, не пикнул, что ли? Что, я пикнул? А нахуй ты пикнул некромант, я тебе говорю, Вилли бери, блядь. Я хочу на некроманте поиграть. Блядь, ну, я хочу на пососанте поиграть, его посмотреть. Так, что ему качать? Первый, да, через первый? Ну, тут не знаю, на самом деле, если купить меч, можно вообще второй качать, убить на первом левеле, наверное. Не знаю. Сам, то первым, втором скилле там замедление, я не знаю, как лучше, на самом деле. Я качал через первый, я не иду. Но тебе точно нет смысла соло стоять, я-то пойду соло стоять, похуй. Постой с этим, а там тоже некромант, лол, я не увидел. Тогда я говорю. Ну ты не попал уже. Понятно. Мне что-то, знаешь, такое, как будто не дежавю, когда такое, знаешь, как приди к будущему, как бы сейчас он ливанет. Вот так умер и ливанул. Ну реально, у меня так прямо, знаешь, мне прямо настолько было, когда, ну, казалось, что так будет, что прям пиздец. Я не знаю, опять состава нихуя. Ну... Это, по-моему, нормальный состав? Ты пикнул говно нормально. А я против двоих, Тоби, пиздуй сюда. ТП ко мне делай. Только крипов убьёт. Ну, крип... Это пачку зафарм. Ну да, да, я просто говорю, что как бы здесь гоблин-террорист нахуй с этим, с маршалом. Ну, они, видимо, думали, что он... А, ты же написал, что он не переделан, да, ещё? Кто? Да. Гоблин-террорист. Нет, ну, я перенёс всё зло. Ну да. Ну как бы, блядь, плыто сделано, нахуй, что они... Сейчас, через портал. Ну, у меня всё равно первый левел. Бля, хочется второй качнуть? Не надо второй качнуть. Том третий качнуть. Дай к нам крипов потащим. Ой, блядь. Сейчас будет на 360 натаможиться, нахуй. Ну, такого, кстати, не будет, да, на нового. Хорошо, значит, да. Там будет там максимальный урон. Ну и нахуя ты дал? Там стана нет, если союзников нет в круге. Блять, я понял. Я понял, блять. Ну похуй, я. А на что ты под себя не, ну, блять. Он мгновенно хилит. Он мгновенно. Ну говорю, если кто-то есть, он хилит один раз, типа, ну, в УЕ. Забили. Там максимум, ну там видишь. 20 хп. Бача, Макс. Так что можем на самом деле максить. Блядь. Сейчас опять нахуй ебала с крипом. Я не хочу крипом подходить. Ну а бог там 1600 дальности, а у я не 1200, так что похуй. Я сделал 1600. Сидит, блядь, чел дрочит кушечку в крипчик. А новый спел, во-первых, надо будет его бросать, и он будет виден, куда ты бросаешь. И надо будет еще попасть, а еще там будет ремит 300 макс кп, но чел не обязательно умирать. Это. Ебать! Это было убер ожидаемо. Да. Видите, что у вас там идеальная дуэль? Мы просто тут вообще ничего не делаем. Да стоп, я думал это так, она гублин террористе, лол. Я щит качал, я мне сплыщит без дамага. Давай сейчас, блять, я дебил, ну Тоби. Не знаю, что это. Нет, кулдаун скилл. Ну, блять, я из контроля опять не вышел, наверное. Я мега долбоеб, зови, могли убить, я не попал третьим скиллом. 10.8, это многовато. Тут бомба. Забей, на опять просто первым скиллом не попал. Просто мега провал. Но он повесил бомбу куда-то. И ты его притягиваешь, да? Ну да. Отходи, отойди.
через первый буду. Блять! Я там я еще не урона перескил меня, блять, надо давать. Ну, ну что ты делаешь? Что там что, сейчас забаговался баф? На крипе. Или нет? Там ничего не урона, первым скрип все проценты, типа если. Ну и что, ну что ты дал спал, и что? Ничего. Ты, давай сразу первый и второй тогда, чтобы залететь. Келлиси скорее. Какая-нибудь бомбочка нахуй взорвется. Давай похилимся, давай просто похилимся. Не, мама. О, почти давай похилимся. Ладно, давай. А так у меня ман нет, все на базу. Это крипов. Он постоянно от крипов что-то дохнет сейчас. 5 на центр, Тоби, Инди, ты идешь? Да, я успею. Пошли, убьё, пошли. За первый скилл дай в него сразу. Mm-hmm. Да, ну что вы за дроты, Иваны? Блять, на меди не попал, ты не знаю. Тоби первый скилл, мяя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 я! Я хилю. Да мне щит спас сейчас, кстати, на самом деле. Ой, бать. Не застанете, подлить, блять. Первый скилл, блять! Меня нету. Куда? Первый скилл себя, дядь, сейчас умрёшь. Хорош. Хил. Нету. Нет, я хилю, я хилю, я хилю. Блять, Тоби, ты будешь швинить такие. Ну, подгнали. Баратрум, баратрум, блять, а я ушел на них. Хотел в экспу получить скрипасиков. Но не получил. А, медаль храбрости есть уже, да? Да. Талисман телепортации. Я считаю, только за счет этой хуйни ушел. А за счет только первого скилла ушел сейчас от этого. Но с террорейзером меня вообще все никак не может убить, вообще даже теоретически. Че, ну, то есть, ну, в смысле, что, поймать меня, в смысле, не может. Блять, ну я хуйню сделал. Блять, я отменил все на ульты. Как пух. Ну, я сам не знаю, как. Тоби, ну, у меня османа вообще мало, на самом деле. Ну, я опять дал первый скилл и крест. Блять, ну... Это... Похилил. Вообще надо нахуй на баре через щит играть, я, кстати, дурачок где-то, кстати, супер бар. У меня 500 блокирации урона, слышишь, в дальнем бою, кстати. Mm-hmm. Ну, в смысле, что мы сидим там же на дистанции. А ты что, Максел, второй? Первый. А, ну правильно. Пизду, я не знаю, как. Так, ну, просто надо сделать, вот, как я сказал, что это, ну... Запрет перемещайся, я его заблочил ему! Все. Не, второй скилл хуй его сейчас нажал. Че, может, по фастеру МК и... Нет, смотри, а что РМК, ты вообще ничего не делаешь, мы вдвоем играем с ними. Ты просто, нет. Ты вообще на одну кнопку жмешь. Ты понимаешь, че, ну, ты вот парень? Именно, я выхожу и даю штормболты. Ну и что, у них тоже штормболты есть. Штормбалты. Ну я слишком хорошо даю штормбалт. Ну блять, ну. Не, ну сам я по факту тут даже не то, что не финтишь, тут вообще, ну. Ну блять, сука. Ну как я не попал? Вот как я, сука, не попал? Ух, блять! Ебать, сейчас чуть не умер. Ебать, там перезаразил. Блять, чел, ты. Ты скрыл? Что? Ты скрыл, что когда ты он бы перезаразил? Блять, ну я вообще не видел, сорян. Ну сейчас реально ничего не видел. Не знаю, ну не знаю, вот Маша, говорю. Не, что ты думаешь, что я сказал, что сделать ему это? Ну, наверное, стоит, да. Вернул спасибо. Ну и плюс пассивка, кстати, сама по себе слабая, считаю, очень. Yeah. Очень слабая. Очень слабая. Ну, не знаю, я сомневаюсь, только как ульта алхимика. Она иногда слабая, но если тебе позволяет пик. Забей, не попало ты у нее. А, первый скилл не дает обзор, ладно. Да, вот видишь, что у тебя мечи пропали. Почему? Кстати, смотри, как ты дергаешься, да, так бежишь, ты такой опыт, такой резкий дерг. Когда он прикал, вот так, попробуй подпереться в мобов и... Блядь. Блядь, ну я в очке.
Блять, там рунные сапоги, ещё всякое говно. Всё, ну. Я не купал, блин. А, лол, и армора? Нет, армора похилился. Понаделали имбу с хилом. Ульт нажал. Не, ну кстати... Плохо видно, кстати, на нем. По левелу, кстати, все нормально. Ну, по левелу, так еще тебе говорю, стекло сноубола. Вообще, ну. Я говорю, я могу сделать потом константу, там, допустим, на 1.2. Угу. Типа, ну просто, типа, по приколу. Ну, кстати, самое главное, что реально, мы по левелу, все, мы с ним не сноуболим, все можно играть, тут можно в любой момент перевернуть, на самом деле. Ну, на самом деле, нет. Они, пацаны. Не, значит, а что, нет, что по голде, типа, или что, или типа, герой говно? Ну, пацаны, кнопка, просто составы, говорю, кнопка. Тут трое внизу, чувак. О, я умер. Рывок жми скорей. Не подходите ко мне. Хотя я не могу, но я, ну кто-то типа дебил телепортируется, ну блядь. Я жду. Блядь, ну мой молодец, Тоби, молодец вообще, красавчик. Значит, как его... А. Кильнёшь-то? Да. Блять. Блять, ну! Попались, блять, два дауна в ловушку. Блять, на это пизду, урод ебал. Шатал-мотал, обезьяныша. Давай-давай, встаньте, ну бейте этого пацана. Я понял! Хуяся. Так а он без залетел. КП. Помойка без КП, я не знаю, что ты хотел. Не, вот охуенно, я чувствую, что на баратру мне надо покупать хп практически в начале. Это да, хуя. Ну да, там щиточек много дают. Ну да. Эффективного здоровья. Блять, Настя меня вытащил. Блять, да я сру умер от гобля террориста, даже с первым скиллом проверяю. Прилетел. Я собирался ультовать и всех убивать, а меня вытащили. Я знаю, что я думаю, в ульте надо сделать. В первую очередь, в пассив кинде. Да, видимо, надо минимальный урон куда-то сделать. Я не знаю, понимаешь? Там время то, что, блин, вот если она будет ее. Ну, надо будет прокачивать. Ну, знаешь, как за алхимика была. Но... Она вроде бы говно, а когда ты ультуешь, и тебе дается атака, она сильная. Ну да, но это один удар. Вот что дело. А не 5 ударов. Ну на это, да, ну понял. Я под башню убил. Бля, тут иди горит армор. Я их под башню обоссал всех. Давай замедление от чего? В земле имба. Ну блядь, тогда. Я телепортнулся под себя. Блядь, нет, там Рокл стоит, реально играет на некроманте, который по сути ничего не делает. Ну как? Ну как, целевой стан и ульта. Нет, ну да, но... Плюс меня убить нельзя. Бля, ну по левелам мне супер нравится, я не знаю. Нет, так охуенно, да, да. Вообще никакого здесь, то есть мы вообще, я убиваю всех, и я при этом не сноуболю. Опять, вот, вот сука, как у тебя все время выше левел? Ну что ж ты такой за... Ты чел, я на миде просто стоял, я на миде солкался. Тут нет никакой этой. Я что на крабе, что тут? Получается, экспа за мобов-то теперь... Как более value. Че, вообще он крест вообще качает? Я сомневаюсь. Где урон будет? Не, вообще мне нравится, прям вот не знаю, я даже честно, вот знаешь, такой именно просто такого рыцаря, вот я даже я честно, я не знаю даже как лучше сделать. Ну, в плане, мне нравятся все узкие. Первый охуительный спел вообще. Да, да. Типа, то есть, прям такие спелы. Что без комментариев? Ну, я Минару вытащил меня из-под рассказа крипи, хотя он меня там не убивал, но... Блять, он просто так крест давал в кек. Блять,
Да ухил, блядь. Да, забей, ладно, блядь, давайте. Что, убегай, просто не хидонишь. Что-то на самом деле реально с такой экспой, но... Тоби, тебе, кстати, супер важно, можно, ну, не важно, в смысле, что у тебя с пассивкой, с вторым скиллом, в смысле, супер жестко колокола будет, мега, и урну можешь купить, если попробовать. Потому что она, смотри, она же, короче, в минус, ну, срезает, не в минус, второй скилл срезает, да? А это же минус броня будет в минус, короче, резать. От того, от той половины, что у вас станет, смотри, короче. Инди, а что там, 4 на 3 челика? Вот баг, я так, и вот я же говорил, баг. Баф бесконечно остается на крипах иногда. Mm. Вот сейчас, типа. Блять. Лол! А что, ты раньше сныкать не мог, чего? Блять, он тебя! Ай, ну понятно. Ты успел Инди ультануть? Нет, я успел. Некромант с рюмка. А мне понятно, где нету, нету первого скилла. Они здесь, они в этом были хуйне, прям бегали. Нет, там, да. Нет, похилить кто? Ну да. Я засавил. Я засавил. Все, все, я убегаю. Мне на маны, мне маны нет. Пойду на базу. Ребята, пойду, пошли наверх. Где? Что в смысле ХГС пешком не понял? В смысле, что он имеет в виду? Обзор дай. Хорошо сыгран. Он имеет в виду, что он типа бегает через все? А, у коллижен типа нет. Ну а у нас даже, а какой здесь герой? У нас здесь никаких героев нет, только даже отключали бы коллижен, типа, ну в принципе, в смысле. А кто здесь отключает коллижен даже теоретически? Кто? Да вот, я что-то не могу понять. Ну так может, вот я должен... Безликий щупальца? Да! Но я его не трогал, и поэтому, знаете. Ребята, армор пытается убегать из этого, а не отойти в бок, прикинь. Довольно забавно получается. И тут сейчас я разъебу, там еще сверху этот бежит, рыцарь. Надо, конечно, назвать Ричарда Гарфорда. Гарфорда? Блять! Ваших новых героев Гарфорд. Гарфорд? Да, от новых героев. Слушай, а чем мне тебе, блядь, новый герой? Сука, да иди-то нахуй, МСИНА! Ну пизда, пермаконтроль! Ну хоть ты успел ультануть, правда, хуй толку, если там никого нет. А у него меньше нейрона, он сейчас еще похилится. А он же не может умереть этого говна, кстати. Ты креста хуй? Ну а где, ну сколько? Фиксил душу полководца, кстати. Первый скилл сейчас под Инди, быстро. А, ну так убили. Ну просто, давай первый скилл ему... А, он, да, ну попу тролл. Ну, у них, кстати, на самом деле на гублитеристы хорошо этот играет. Он дает жестко скиллы, ну, в эти, типа. Бомбы там все время дает, нахуй. Бля, ну время, конечно, на первом левеле ульты пиздец. Там хайд этого даже не чувствуется, что он есть вообще. Ну, как бы типа ок, но. На что он рассчитывал, мне просто интересно, блядь. Ну там в кустах у него какой-то еще чел был, по-моему, союз. Да. Ну это куда? Иди, 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 иди. Че? Этот ультует крипов на некроманте. Не, он в меня. Инди есть? А, я думал, я ультовал крипов. Че, есть?
Марк, есть ульта? Да есть. У меня? Голову хуй не убил. А как мы его убьем? Ну это... Ты какая-то кабурну бы купил, блядь, что ты купил, бля, Индия, Тоби, ты, блядь, дроп? Да ну ладно, дальше сами давайте. Я все равно урон имею. Ну а как мы так убиваем у Индии? Ну ульта мы. Ну я забираю это, Тоби. Или ты. Ну ты бери лампы. У меня мана кончилась. Не то бы ты полную хуйню купил. Да я порофлить решил. А, порофлить? Ну если порофлить. Как, ну как, ну если порофлить. Я купил щит огня. Блять, ну что они прикалываются? Ну что? У нас Тоби хуйню покупает полнейшую. У них имба рыцарь. Кстати, вот этот движение здесь он вообще не чувствовал. Это вот. Бедный экшен какой-то супер. Ух, сука. А чё мы хуево стоим сейчас? Да я знаю, так я ров. Я же вижу, блядь, всё око, и я всё вижу. Что ты думаешь, блядь? Типа, ну куда же так сижу, там, кого так в жопе ковыряют? Блё! О, стоим, мин! Не, ну... Ну чё, мы будем нападать на них, но гоу всё и фэф, и всё, и спать, баюшки. Типа, чё? Типа, чё, как там, как это говорил? Типа, чё цедить? Кстати, чё, урну кто-то купит или что? Она колокола яку. Ебать, око там. Где там? Вот здесь вот лежит. Кстати, понерфленные, кстати, инди жестко бара понерфленные в этом. Mm-hmm. Типа у меня длительность ульты вообще, типа, то есть, ну, практически так. Там одна секунда сейчас у меня длительность ульты. А, ну вот сейчас две. Ну, в смысле, хайда. Две секунды мисов, и первый скилл даже не 360 урона, а 300. И 5 секунд КД на одну цель урон. Типа, ну и 5 секунд заряда да, отмывает. Да, ты меня уже обгоняешь по тимпоинтам, хотя я фармлю. Что? Говорю, ты бегаешь, ты уже обгоняешь меня по тимпоинтам, хотя всю карту фармлю бегаю. Так алло, сколько у меня фрагов? А, ну я ж тебе голду, я ж тебе голду. Ну нахуй, ладно. Давай второй скилл, мы Тоби минус броню, поэтому сейчас его разбивать. У меня кулдаун. Уй, сука! Нахуй, нахуй, все. Я его скрыл, то, блядь, его. Я умер! На мне бомба джихада была, что, блядь, что меня убило сейчас? Как меня армор рубил? Как меня армор сейчас убил? У него щит огня, может? Ты там что-то вешал, но... Да! Да! Инди меня сейчас убил щит огня. Инди, есть возврат? У него есть возврат? Да, все, ладно, нормально. Тоби, ты же умрешь. Что это может? Ты что, а у него ульты нет? Ты хуй знает, я не понял, он давал сейчас ульты или нет. Нет, я говорю, у тебя ульты нет, что ли? У меня сейчас не было, я потому что... Я от возврата, короче, Инди, прикинь, помойка умер. Я говорил, вот это, кстати, вот то, что мы не сделали, кстати, зря не сделали вот это. Что 1200 дистанции максимальные возврат. Или 1500, сколько мы хотели не делать? Ты заразился? Да. А ну я попу, по я. Все. Я это я после креста уже. Блять. Фуф. Я умер. Ай, не сказал. Ну, сука, они все щитом огнять вилл, за 20 минут надо делать щит. А, стоп. Так блядь, уже, ну, я же тебе и говорил об этом, что время. Я только купил щит огня, потому что я фармил для игры, а что они... Тоби, ну, сейчас есть ульт, дай. А, что? А что, ульта, типа, не по аду, за контролю? Ну, чай я просто. Блядь, я просто колокола купил под Тоби, а мы что-то не деремся. Мы драться будем вообще, кстати? Или мы будем просто сейчас вот бегать, так вот, типа, как Инди там сейчас умирает? Ну этого я скрыл помойку. Все, я убил. Ну, кажется, это меня сейчас заразимся. Похуй с ним до конца. Ну, блять, ну у меня... Замедление? Ну у меня просто щит был КД, блять.
А стоп, а это... Фу, блядь, это и... Томик, око-око забери там, блядь. Да, ну, 2 секунды, где оно? Выше, вот, а, ну... Иди на бот, иди сразу на бот, зайдем. Видишь, вот тебе надо записать это, что... Сейчас дай-ка я запишу себе по-быстрому, сейчас. Значит, Энди, ты придешь, да, Шурик, в хуйню? А я надо там? Думаю, да? Почему нет? Вообще, нам только надо там придумать что-то и подсейвить его. Я через елки ебаные не мог пройти 10 лет, смотри. Вас что, разъебали там? Ну, меня поймали. Ну, Винди, да. Меня из контроля не выпустили, я даже крест не могу. Ну, может, 10 секунд у него долго, первый скелет. Ну, можем начать, в принципе. У меня просто слотов нет. А, да вы... Почему? Без меня умру. Ну, так я умру. То как вам идут? Я тебя щит отдал. Только не ульту уже, не надо. Блять! Куда? Ну, я умер, ну, я был слишком умер. Он ульт нажал позже меня. А у Инди слотов нет. А, я не упал. Газрос есть. Блять, он меня похилил, когда мой крест. А ты сразу жив. И все хуй, все умер. Хорош. Инди на некроманте мастер килл. Не, ну я думаю, что это конечная, действительно. Тут как бы... Ну он типа рофлит, я так понимаю. Или что? Мне кажется, нет. Нет? Типа, а что? Что мне будет? Кажется, он серьезным ебалом говорит, что щит огня ГГМБ сейчас. Бля, нахуй мне ухо? Я выкину. Берите кто-нибудь, чтобы давать. Ща, я просто не бегаю с вами. Тебе купить нечего, бля. Ау, а, то бы взял опыт, все, потому что я не хочу. Я себе слабо считаю, Инди играю, прикинь. Мне не надо. А я просто сказал. Ну вот, ну что думаешь, про Ричарда? Что? Втором просто втором делаем эту хуйню. А я умер, кстати, честно. Не умер. Блять, нахуй он притянул меня. Я зараженный был. Блять, ну. Ай, ну. Ну мы его катали. Ну что он делал? Может он убежит оттуда? Ну ай, блядь, ну пизду я не знаю, мне закант не стал стандартный. Лол, а тут мы... у нас Керри бегает на отшибе где-то. Ну у нас Инди просто как бы старается, чтобы они сразу не проиграли. Ну я что-то щит не перезарядил. Типа не задрот? Помогу. Блин, нам сейчас мид пушит, кстати. Сука, что, опять баг? Охуительно. Че? Охуенно. Да там на этого не снялся с рыцаря, по мой первый скил. Охуенно. Вон на нем постоянно тот баг висит, который типа, ну, с очереди, он, я не знаю, ну вот. Ну просто идея вообще, что я тебя никогда не застаню рыцаря, что ли, или что? Блядь. Надо убить, а надо. Да, ну что-то я не успел там. А он один. Там без обзыва. Real down, получается. Хотя бы ёб. А щита огня? Ты просто щита огня сдох. Ушел от одного щита огня к другому. К другому? Не, ну жарит он нормально, да. Ну там просто надо, наверное, скилл. Короче, там пиздец, конечно, багов пиздец, что-то. Мне кажется, реально, что огня надо скилл вернуть с левелом. Ну теперь-то точно, да. Потому что я бы его сейчас даже не помню. Хиль, хиль. Не, куда он? Мы там умерли. Хилю. Ну, блядь, это... Только меня успел. Короче, забей, Инди, у меня реально, короче, рыцарь в очереди, я же не могу его застанить.
На нем баб просто не снялся, как будто он в очереди, он не может сняться, я не знаю. Но потом сама третий рит была идея. Типа я не могу рыцаря как станет первым скилл, да? Ну, в смысле, давайте его полурон, в смысле, типа. Там идут к тебе, это или вы или уходите, вам они идут к вам, или убивайте быстро, или ничего нет. Ты? Ай, ну. Что его? Ай, ну ты убегай, убегай ты оттуда, нахуй. Камень. Блядь, меня заставили. Я сделал, а Инди там тоже нет. Бля, Инди, ну ты старый, хотя бы ходил туда. Ну, я не знаю, блядь, сейчас я знаю. Я вроде встал, чтобы не спросить. А у тебя ульты не было, да? Есть, но я не хочу в одного ультовать. Ну, сейчас бы, кстати, он... А у кого нет? Ладно, не там уже око, не... А, у нас око. Я в чай смотрел, если у них око прилетел. Я до аватара просто покупаю чай. 25 секунд, кстати, око. 5 секунд? 25. А. Ой, там подходит. Я тебе его. О, вышел с контроля, кстати. Прям... Блять, ну сука, пизда там ваншот, ГГ. Блять, меня коснули. Да пизда, я что-то начал умирать, пиздец. Да, меня минус убил. Ты это ж не убьешь, да не лезь туда. Ну, он начал мне, нет, тебе надо атаку покупать, это хуйня. Хотя! Пизда, сука. Убегай! Да у меня развернулся персонаж, я не знаю, с хуя. Не знаю, что-то я опять купил хуйни и умер, блядь, по-моему. Че, адский камень я покупаю, да, я так понимаю? Ну, просто тебе лучше купить его, блядь, было бы, реально. Ну, сейчас мне дай 10 голд. Или сколько он стоит? 5000. Дай 10 голд. Что, накапал? Я просто не знаю вообще, что мне купить, а... Иди, что у меня сборка, помойка? Да не знаю. Ну, вот это такой пиздец, что я не могу стать рыцарем, я не понимаю, как там могло забаговаться. Куда он? Я умер. Я не вышел сам. Да, мы тоже умер. Там бы... Ну, меня до хелпа, срочно! Я... Бежу. А, ну что, меня спасли, меня спасли. Блять, Тоби, я тебя никак не пробью, куда-то слишком далеко. А, сейчас шоука откажется. А ульта? Ты пиздец, блядь, я... Блядь. Ну, в этих кристалликах очень долго, там, очень жесткий контроль. На, и секунду. Ну, это долго. А ока у меня у них нет уже, ока, оно кончилось? Я, кстати, сейчас перебил вот рыцаря Индия, перебил чисто за счет пассивки перебил. Если бы не было пассивки, то я просто... Не знаю, короче, блядь, баги, конечно, пиздец. Вот этот баг с очередью меня больше накаляет. Наверное, опять не попал, да, но списку это будет, да, наверное. Да, я умер, наверное. Ну, блядь, меня заебало уже, нахуй, умирать постоянно. Ну, а что вы слышали, зачем ты пошел, да умереть? Вы без дамаги решили драться, ну... Инди ультану. Не ультану. Тоби, убегай, Инди сдох. Инди ультанул, куда ты бежишь-то туда? Все, уходи, сейчас проебем, блядь. Ну просто я начал сосать, у меня начали просто убивать без КД. Да, у них нет запретворящих, ну просто давай рывок, ну. Не знаю, я столько раз умер, мне заебало, нахуй. Надо купить тупо, блядь, фулку. Целевые, блядь, тандерболты, нахуй. Чай бегу. Сосы вы убивай больше. Он один. Ну как его, блядь? Ну я уже убегал просто. Типа я все это, я ж не убью. Да не пизда, мне надо 5, мне надо хп, блядь, мне ничего нет. Мне, блядь, бесполезные предметы, я и умираю сразу. А, ну наверное, сейчас сдохну и соберу в атаку.
Что, сдохнешь? Сдохну, соберу атаку. Так не надо же, ну что ты стоишь, ну сейчас они вылетят, четвером они пошли, а это, ну блядь. Надо, ну у нас просто нарой, сейчас видите, два очки. Он готовится нажимать улицы. Постоянно и... меня просто начали ловить, и я уже ничего не могу сделать, все. Это они не бьют, кстати. Ну не увидят сейчас. Они этого бьют, наверное, я тебе говорю. А, ну может Вендиго, да, бьют. Ну я опять не попал, да? Ну, пизду я. Пол этого убьем быстро. Ну а как его убьют? Все, я уже упал. Там зигенились. Мы тоже зигенились. Ну я, Абли, там крезл. Ну ладно, я хотя бы этого убью. Я на фонтан ты тоже спух. Вы перезаразились еще там, наверное. Инди, ты один. Я соком на фонтане еще. А Ока мы выбили, мы забрали Ока, да? Да-да-да. Ладно, хотя бы я хотя бы Армора убил, блядь. Ну это такой бред, что я не могу, что у меня первый скилл забаговался, мне это просто... Блядь. Ебать. Я готовился. Сильно было. Не знаю, что-то хуйня, мне, короче, как-то, блядь, ружье я даже не нажал его, блядь. Полезно, лучше надо... Лучше я скорее скидал спихи вместо ружья куплю, блядь. Что-то строим не стреляю, блядь. Ну, он, скорее всего, догорит, и лестница где-то здесь, да. Игорь заразил, нормально. Угу. Бля, на мечи, кстати, не хайдится, когда он хайдит. Так я ж тебе говорю, что. Да сука, я забыл зарядить где-то. Я забил, забыл бы кабы. Ох, нихуя. Так, ну у меня маны нет, я думаю. Ну а чё, на низ дойти или что? Ну. Я сейчас пытался здесь аватар нажать и реально там... И вверх спуш. Пошли, пошли. Первый скилл, причем у этого багует только на князя. Вот то, что как первый скилл может забаговать у меня, это, кстати, супер вопрос, на самом деле. Но... Все, отходим, отходим. То, иди, нет, пойдем, Тоби, ну не лезь, там пизду, они уже все резнут, кроме армора. У тебя Ока, ну... У меня просто аватара нет, ну да. Да нет, 2x4 не очень нравится. Че, я куплю что-нибудь вот так. Слушай, ну важно, все, на Окинде туда иди. Ну что, знаешь, тебе надо купить, то даже тебе надо адский в любом случае покупать, адский камень в любом случае покупать. Там 40% атаки сейчас срезается, это стоп, и там, ну, активка плюс сильно. Может, ружье пустоты. Гонобот. Купи колокола, Тоби. Гонобот. Ну, я иду, я ТП делал. Купи колокола, Тоби, они хуйню стоят, а ты по трым... Ну, сейчас я жумру, Инди, сейчас я выйду, и я вам сдачу. Блять, ну я умер, сука. Да сука, ну дайте из контроля-то выйти, ну пиздец. Ты видел, сука, я стоял в контроле? Mm-hmm. Тоби, убегайте, чё вы стоят в 24 драться? Тоби, убегай, похуй, если Инди ёбнут, плевать. Тебя угол на око не отдай, просто беги от нас. Не, ну тебя ж мол спит убегать, или что, да, что ты рассчитываешь? Ну вы не убьёте, блин, сейчас, ну... Тоби, ну... А, ну хорошо, хоть я этот вытянул, слава богу. Хотя бы так. Перезарядят? Буду добивать нахуй. Блядь, а, крест. Ну... Крест, ну да. Ну иди добивай. А сами не делали, сука, меня в контроле не держали? Да, ну я сам так умираю, я просто с контроля не ухожу. Слушай, я знаю, что можно сделать, но это, кстати, слишком гейская предмет. Mm. А что сделать предмет, короче, когда ты стоишь двух, больше двух секунд на месте, тебя увеличивается уменьшение урона делается? Mm. Тоби, блядь, ну чё ты там арка, за аркада пятерых? Ну, давай. Не, ну круто, а сейчас он и не уйдет и пизда. Чё, Яндиго убивает? Я вижу нормально. Губ, Яндиго убьём. Я просто не касту ничего, я сейчас убью его. Хотя просто я могу костнуть, плевать. Колокола, да, колокола ты продал? Блядь. Ну это было близко очень, да. Я потом еще меня без чёмного скальпа. Я жалею, что... О, королевские доспехи, кстати, молодец. Кстати, мне тоже надо их купить, наверное. Хотя меня в контроле больше держали. А, кстати, мне доспехи света вообще купили. Сколько раз нажал? Один. Не гринника как-то, выключите с файта. Можешь его схайтить как-то по-умному? Ну я кого? Я его убил.
Кого? Так это пуш, 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 они отошли. Ну что я свою захайдилу? Ну так я убил. Ну, все. Душа генерала есть? Я умер, сука, мне что не будет! И все, в итоге мы умерли, ну и cool story. Как мы умерли от одного генерала? Ну вы, в смысле, умерли. Ну ладно, у меня, в принципе, эта хуйня есть. А, ну да, мы опять 3-4 дрались. Ну, конечно, так аж, блядь, надо ж, блядь. Блядь, ну так, а может я... Блядь, ну чё он делает, блядь? Ну первый скилл, ну... Ну, блядь, да. Все, убежишь, будет чудо, ну вряд ли убежишь. А, тут башня. Ну, я 14 секунд рез. Лола, у них башни где-то сломали, то у нас. Нет, это у них. Нет, ну так, да. Уверенно, люди. Блядь, на Роя бы спасти, ну... Бля, на меня, сука, все руинит баг. Я бы убил сейчас генерала этого ебаного, если бы не баг. Я, кстати, не знаю, мне ультают. Я ее даю, но... В смысле, у тебя, смысл, хули толку. Ну, я ультую, но она без толку. Не хватит, типа. А, ты в плане, что против него? Против вообще всех. Ну, точнее, с нашим сетапом моя ульта ничего не делает. Ну да, ну ты сейчас убил, залетел идеально так, ну да. Я просто, блядь, автоатакой под аутаром. На скилле. Надо ждать этого, пацана, нет смысла. Не крапировал, мне кажется, ибо что там мульт слишком дохуя дамажит. Не, так вы так остались, я думал, вы убьете. А, ок. Я, наверное, вот там ухо. Кто забирает? Я Тоби? У меня слотов. Ну, Тоби забирает, а ты бери. Ну и что у меня этот есть еще? Едь идет 9 секунд. Mm. Ну, вообще, наверное, на пушку. Это вообще надо на рой, что стоит, пошел, он один раз даст первый скилл и все. И он-то высасывал бы, уже меня-то высосал бы. Это они центр идут, дядь. Сейчас на руну, забайтим, на руну забайтим. Да, там 30 секунд, может, а сейчас... А, во-во. Некропус хайдит. А, там. Блядь, да я умер. А у меня вот это сих пор. Дам душу. Некро. Блядь. Я бью, я не вижу, кого бить. Я дал душу, я отошел. Ну мы умерли с тобой. Око там. Ну я колен, я не пойду, да пизду похуй на око. Там забрали. Не можешь выложить. Я сейчас чисто инди повезло, что я пережил рассказ. Mm. У меня маны нет, сука, мне одна. Где нарой, ну блядь. Уходим, инди, или что? КЗ надо какой-нибудь могу? Контроль сильный оставлять под некро, чтобы, блядь, не давать. Блядь, я сейчас умрю, что делать? Ты можешь первый скилл оставлять под некро, чтобы он не кастил кунис? Блять! Я ну, блять, долбоёб я забыл. А я ничего не скушал. Он стоял, ничего не... Инди, ты... А, у тебя ока. Все, уходи, там резался рейзер, ну ты ему иди умер. Да порта, ну ладно. Беги, просто беги, просто беги. Ты руну нажал, нажмешь? Там 20 секунд, 13. 12, там крипы уже не выйдут. Ну, нажимаю. Я взорвал, да, похуй. Блять, ты чё? Блять, ну я, походу, сейчас Кипетр Сфинкса покупаю. А, кстати, я могу купить. У нас око валяется, никто не забрал. Ну, а я не легко было брать. Но... Я проиграл в баре, уберите неуязвимость. У нас у всех героев рывки в неуязвимости, баре уберите неуязвимость. Нет, у него, наверное, он про третий скилл. А, ну так извините, так это моя защитка. Ну, он жесткий. Я без него бы вообще нас пиздец. Видно, нас видно, нас видно. Ребята, мы вдвоем вообще-то там. О, еще минус вышка. Пизда, какая же медленная игра. Средняя команда взяла, я уже жалею. Такая медленная игра, потому что я и меня убивают, меня контролят. И у нас второй с нами не ходит, мы вообще 3-4 деремся все время, вообще, если что, держу в курсе. А вы убили? Ну да. Одного-то что не убили. Опа, некро надо. Давай, я заставил его. Отлично. Все, нормально, можно файтиться. Ну вот, теперь это, конечно. Надо идти. Хуя, сейчас меня законтролят, меня разконтролят. Да, нет, я сейчас пойду. Ничего нельзя сделать. Без некро всего. Мне прыгать туда или не надо? Я первый прыгаю. Ой, эти бараки. У меня блинка нет, Инди, если что, просто. Проломайте барак просто, я Соня. Я бараю, ломаю. Это первая страна, Инди, что? Алло, это первая страна. Блять! О, он за притайнул мне наверх. Сейчас. Давай. Ну я ломаю вверх. Я говорю, вот бара, вот я считаю, что заебись вообще получилось, ну почти. Или имбовый, не? Блядь. Застанем.
Ну а у меня нету нормального стана, ебану. А я аватар не зарядил. Ну сейчас, главное, не чините меня, я умер, похуй. Блять, у него скипет, Рэнди. Ну ладно, он умер. Мы еще перезарядим. Ладно. Ну, короче, не знаю, реально, брат Рум супер сильный, но как будто он прямо такой, как я считаю. Он... Да, успел. Вы хороший, у тебя скипетр, разъёмывай! Да рядом с тобой бей этого долбоёба, бей его, блять! Антихил, а он заразился. Блять, ну я просто... антихил был. У нас антихила не выжил. Я еще душу генерала под антихилом. Ну я говорю, надо антихил делать, блять, нецелевым, да. Да не думаю, что это дело. Не, ну а просто, а чё нет? Ну хотя, ну короче, не знаю, по мне вот игра как раз сейчас наоборот интересная, потому что вот, ну, вот так мне играть интереснее, чем когда сноубола, и мы выиграли, да. Да. Но опять же, но проблема того, что мы просто... Нет, конкретно в этой игре мы просто не можем закончить. А, не. Я просто аватар, кстати, забыл зарядить, опять же. Что мне купить, вот я не знаю, что мне купить. А, колокола не куплены? Куплены. Куплены? Купи. Вообще не знаю. Чё? Душу полководца покупать? Нет. А чё у него покупать, что? Сейчас я подумаю себе, что купить. Надо мне тапки блинка надо покупать. Я без тапок играл с ними. Вообще без тапок. Челка, пойдем выбивать, Тоби. 10 секунд. Пошли лучше ты Ока. Виндика еще можно ездить. Да похуй, давай Ока сначала. Ёбни, Ока супер важно. Мы ему герой супер важно, Ока. Бля, ну вот, сука, баг с первым скиллом меня пизда что-то как-то вот расстроил вообще. Неснимаемый баф, вот этот пост. Ебать там дэмэдж. Ну, кстати, это не я даже дамагу. Я по 180 там убью, кстати, все. Если что. Блять, ну вот сейчас могли бы уж зифы. Так, ну что, блять, у меня. Есть стан, нет? Блять, я не попал, ну понятно. Ну какой стан? Как, о, как я так, негра, контроль. Это что? А. Ой, я... блядь, все пизда. Я не успел эту нажать. Ладно, я плова, это вражеский, да, это вражеский. Ну, там негр крест. А я к себе идею, я вообще урон не получил, а только негр, знаешь почему? Негр. У него нет креста, нет креста. Потому что я дал щит и все. Ну будет пизда побить бы, а он сейчас ливнет этим, ты че? Тихо, там. Контрольте, крипа. У меня мана кончилась. А что его застанил? Ты инди застанил? Да. А ты видишь, что он не бежит. Ну, говорю, вот я когда добавил слоу инди во второй скилл, вот та стала адекватно. Ну, типа, я хотя бы на секунду могу застопить против. Я не знаю, что адекватно. Не, а так, а что, думаешь, брат Рум имба? Ну, скорее да, чем нет. Ну... Тоже считаю, что да, чем нет. Не, ну понятно, но опять же я говорю, блядь. Игра не кастует. Похуй, меня... А, ему сбили? Да, я сбил он. Дал мусор. Хотел. Он меня... Ты брала! Мать, ты упустил более 10. Лол, они перезаразились. Не, фонтаном? От мишени, да. От мишени? Да. Мишени не должна. А, нет. Нет. Ну, значит, просто. Ну, блядь, вот говорили, но убил блинтеноризм, он здесь создал жару, кстати. Перезаразились. Да, ну мне вот брат Рум нравится, короче, хотя могу сказать. Вот таком милишнике я хочу играть. Вот о таком, да. Хотя не криво. Ну все, ладно, ГГ завтра какая-то. Ну, брат Рума я бы нерфил. Не, так я понерфил, очень сильно понерфил. Ну, все равно, видимо, и шанс. Не, ну а что надо? Еще ты хочешь говорить, что я игру выиграл? Ну... Типа, ну то есть, что? У меня еще первый скилл просто забаговался на этой хуйне, типа, ну на этом, здрасте. Ну по фрагам, да. Фрагам я убью много, да. По фрагам, да. Но я супер не попадал ультой, как бы, вот в чем дело. Ладно, все, я побежал, я это... Давай.